Всем привет, ребят! Ну что, у нас начался новый сезон в Зубе. Сейчас мы с вами посмотрим, что у нас поменялось. Сделаю погромче музычку. Так, немножко я сегодня уже попроходил миссии, заодно вам покажу, как списываются кубки. Вчера у нас было почти 14к, на сегодня у нас осталось 12300. То есть у нас убрали... Вот у меня были герои по 1600, это Дюки Баг. По сути, убрали все, что свыше на 50%. В принципе, как Бравл Старс. Единственное, здесь остаются плюхи. Как видите, на героям, чем дальше вы пройдете, тем больше плюх вы получите повторно. То есть, соответственно, если вы больше зафармите, когда скинется сезон, вы получите определенные плюхи. То есть, есть смысл вообще скидывать героев, по сути, до 1000 даже, чтобы повторно быстренько нафармить там до 1300 и получить тоже плюхи. Либо же нафармить 1000, там сколько, 1600 или 2000, у вас скинет до 1500, и вы получите на халяву больше плюх. В общем, есть смысл фармить чем побольше, то есть до 1000, до 2000. И, соответственно, точнее, до 1,5 до 2 побольше получить потом плюх, даже 1600 выгоднее. Ну что, поехали, пособираем плюшки наших героев. Так, начнем с него. Здесь у нас 500, как видите, мы сейчас нормально с вами и предметов получим, и вообще отлично, смотрите, как все good. Так, тут зафармили, поехали следующего. Ну, через 2 недели обратно же то же самое будет. То есть у меня... О, отлично. У меня цель на этой неделе, точнее за этот сезон, уже нафармить 15к. Как минимум мы дошли до 14 за пару дней. Вообще огонь, ребята. Видите, сколько плюх. Сечку мы не дофармили. Да, в общем, стараться до 1500 всех выводить. Так. Пакеты брал. Забираем однозначно. У нас по магазину. У меня все герои есть. Золотой ящик, панда. Кстати, мы можем кого-то и улучшить сейчас. У нас сегодня это, по-моему, если я не ошибаюсь, да, это с редкими или эпическими плюс монеты. Посмотрим, может, кого-то улучшим. Так, нам до следующего сезона ни много ни мало. Мы, кстати, получили мастера на всех, наконец-то. За 5 дней сделали мастера на всех героях. Так, ну что, давайте откроем. Интересно, что же отсюда выпадет сейчас? Какой предмет? Дефибриллятор. Дефибриллятор. Ну и получили дополнительно еще. Так, отлично. Монеток 40 тысяч надо, не хватает. Так, тоже, наверное, 40-овник. Дофига, как видите, надо. Надо фармить 1600 на каждом персонаже, тогда будет все good. Так, что у нас тут? Ну ничего, лучше не можем. Стоит 10. Так, это что у меня получается? 2 персонажа на 9. Наверное, выведем ее на 10. Блин, с другой стороны. Хотя, если будет улучшение, мы уже прокачаем на 7. Я дофигища еще не прокачал и тому. Ладно, делаем 10. В принципе, неплохой такой урон у нее тоже вырисовывается. Так, ну и, соответственно, мы можем сюда еще поставить кое-что. У нас нитролук максималка, вампирка, отброс.
Может сделать метрокопье. Дистанция. Или попробовать. Ну, бег бессмысленно. Она все равно дальние атаки. Поставим сюда, знаете что? Поставим сюда вот эту тему, чтобы к ней не могли подходить. Канистра гелия. Отброс бомбой. Отброс бомбой тоже классная тема. Тысяч на улучшение надо. Ай, за 32. Блин, долбанные дефибрилляторы. Хотел покопить самоцветы, но получилось, как всегда. Вот мне, кстати, еще интересно будет за переход в следующую лигу. В следующий сезон. Будут ли давать обратно топовые паки, то есть если смысл скидывать до самой минималки, до 11к, а потом обратно же набирать. Правильно, бро. Убегай. Да падла. Вот это вот больше всего бомбит, когда подбегаю самого, я не могу, но тут я ничего не сделаю. Я даже не залутался, это падла по дамагу очень хорош. В общем, ребятушки, пошел слив кубков. Поэтому, кто также сливает, ставьте однозначно лайк. Сливуны ван лав. Отлично, золотой лук. Да блин, вы запарили, чё вы вечно? Все меня глушите, ну. Не дадут нормально и полутаться. Смотрите, где все бегают. Не, ну вы что, охренели что ли все? Вообще уже страх потеряли. Я надеюсь, мы хоть кубки не слили. Падлы. Нормально восстановили. Вот таким вот образом, ребят. Ну, не знаю, жираф классный герой, блин. Но когда, вот, не знаю, им надо играть в тиме соло, конечно, сложно качать, когда все подбегают и пытаются тебя просто вжарить. Это просто пипец. 1000 докачал, буду дальше. Ну, ее смысл лапать? Я не знаю, будем пробовать с гильдийцами.
Игра вроде нормально у нас получалось. Но надо однозначно делать левел, потому что сложно. Герой классный, но, блин, как видите, ничего не спасает. Поехали еще разок в бой. Сейчас как раз все апают, начинают апать кубки, поэтому тут 10-е, 11-е, 12-е. Так, иди нафиг за своим этим. Жалко лука нет. Так бы его уже законтачили. Видите, в десятку, если входишь, то плюс-минус можно еще что-то получить. Так, ладно, мы туда не добросим. Как бы постараемся. Смачно попали. Ну что, ребятушки, проверка на рукожопство. Красиво, да? Ай, батька тащит. Изи просто. Вот так вот топчики берутся на этом герое. В общем, такой вот видосик. Можете меня поздравить лайком, комментом. И играйте, забегайте, играйте, реально веселые и для фана. Все, всем удачных каток, всем пока.